В свинье съедобно все. Это грудинка, вкусная и дешевая. Тут есть прослойки жира. Она очень вкусна. Надсекаем. Приправляем. Оливковое масло. Чеснок. Тимьян. Приправляем с двух сторон и кладем на чеснок. Грудинка не касается противня, а значит, не высохнет. Белое вино. Фольга. В духовку на 2 часа. Смотрите, что под ней. Чудно. Подлива. Деглазируем противень вином. Упариваем. Какой аромат. Чеснок запекся и приобрел приятный сладкий вкус. Куриный бульон. Упариваем. Вдыхая аромат подливы, сознаешь, будет вкусно. Процеживаем. Протираем чеснок через сито. Чертовски вкусно. Кладем свинину. Сверху кладем форму. Прижимаем. Ставим в холодильник. Ждем 6 часов. Смотрите. Я могу отрезать кусок и съесть его холодным. Режем. Маленькие карамельные кусочки, вкусные и компактные, ставим в духовку. Запекаем 10 минут. Полюбуйтесь. Просто прелесть. Посмотрите на текстуру и хрустящую шкурку. Сытные, потрясающе вкусные и очень ароматные. Прессованная грудинка готова.